Моторадио представляет. Еще раз всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио, ну это естественно. Вы находитесь на нашей интернет-волне, посвященной всему тому, что связано с мотоциклизмом. И вот такие эфиры, которые сейчас у нас начнется, всегда вызывают массу вопросов, недоумений, восхищений и так далее. Я приветствую в гостях организаторов мероприятия, которое называется Heavy Trail 200+. У нас Ксения Семенова. Ксения, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Слышу вас хорошо. Илья Витюгов, здравствуйте. Добрый день. Привет. Да, слышу вас похуже, чем Ксения. Ну, это естественно тоже. Женщина всегда громче, да. И Александр Котов всегда хорошо. Да, всем да, здравствуйте, добрый день. Добрый день, да. Друзья мои, а вы все трое организаторы? Да. Есть какой-то, тем не менее, главный? Ну, кто-то вот, может быть, идеолог такой, да? Не идеолог, я просто самый старый среди них, поэтому, наверное, все считают меня таким поглавнее, так это назовем. У него 34% акций. Давайте все-таки прибавим к слову старый еще слово опытный. Опытный, да. Мудрый. Поживший. Да, вот. Да. Давайте о событии прямо сразу, чтобы нам успеть все. Heavy Trail 200+, это можно прибавить к нему год 2024? Да, конечно. Мы с... То есть предыдущие годы были. Да, так, были, да? С 2020 года проводится. Ага. Что из себя представляет? Что это такое? Heavy Trail — это достаточно спортивные соревнования на тяжелых мотоциклах весом более 200 килограмм. Класса Tour Enduro. Это такой, можно назвать это трофи-рейдом, где ребята собирают на время определенное количество баллов по лесу, ориентируясь на мотоциклах, собирая точки, зарабатывая баллы, и через какое-то время они приезжают, сдают фиксацию контрольных точек, получают определенное количество баллов, и отсюда получается их результат. Возможно, коррупция? Нет. Не, ну как-то, например... Я не знаю, сколько нужно мне занести, чтобы я... Возможно, хотелось бы, но нет. Перефразируем тогда. А как убедиться в достоверности посещения точки? Четкая фотофиксация. Не просто так, не трекер, который они могут притащить на велосипеде, бегом. Я же могу вечером пройти и сфотографировать это дерево. Нет, точки, они узнают координаты точек где-то в 10, в 11 часов за день, да, это вечером. Люди не знают. Они не знают точек до последнего. Они точки, по сути, узнают... Перед стартом. Еще вопрос тогда, возможно ли такая суперкоррупция, например, продажа данных, базы данных за большие деньги будущему чемпиону? Да слушайте, может быть и можно, но пока не предлагали. А как же возможно, если некоторые точки ставятся буквально накануне? Ну да. Тоже невозможно. Невозможно, в принципе. То есть это честные соревнования на тяжелых, неповоротливых вот этих огромных. А поворотливые они? Ну, довольно поворотливые. Это вообще что за модели? Особенно что? На боку, если роняешь, крутишь. Это что за мотоциклы? Ну, предположим, вот я езжу КТМ 1290R. Саша ездит на Африке 1100. 1100, да, Африка Твин. Ну, Ксения тоже ездит на Африке 1100. Но только не с вами. Но это очень дорогие мотоциклы. Откуда деньги? Да, снимаем вопрос. Да. Тем не менее, это большой мотоцикл, и именно вот на него ставится, ставка делается, да? Да. То есть это условие. Оно связано с чем? Что это придает какой-то трудности, какое-то особое преодоление? Ну, у нас тут началась эта история вообще с путешествий. Так. То есть это изначально туристические мотоциклы, которые могут по эндуро перемещаться. Развивались в этом направлении. Мы, собственно, воткнулись в Ладогу. Ладога Трофи? Нет, в окрестности Ладоги. Там преодолевали свои компании, ну, сначала небольшой. И со временем это выросло все-таки в организованные соревнования, на которые приезжают ребята из Москвы, из других регионов России. Слушайте, а тур эндуро — это ведь из двух слов, да? То есть это как бы туристический мотоцикл, то есть большой, на который можно посадить женщину, привязать туда какой-то... Комод взять с собой, да? Да. Это вот как бы туризм, но при этом, если ты едешь и вдруг дорога закончилась, да, ты можешь дальше с комодом продолжать езду. То есть он как бы способен проехать еще и бездорожье. Вот в этом, да? Да, в этом и смысл. Ага. Способен, если ты умеешь. Хорошее выражение. Если ты хочешь увидеть что-то очень красивое, тебе нужно заехать как можно дальше. Вот так. Окей, Ксения, а вас-то что занесло в эту компанию? Я в этой компании самый надежный тыл. Тыл и вся красота. Ну как иначе-то? Ну, мужчины тоже красивые, ну, по-моему. Вот посмотрим. Ну, тем не менее, ну не женское же дело, или женское? Да почему?
мне стыдно сказать, сколько мой опыт вождения мотоцикла, но просто начался слишком давно, когда еще не было ни камер, было меньше лежачих полицейских, дороги были шире. И Африка Твин еще только была в конструкторском бюро. Не, ну Африка Твин, наверное, мне в целом не столько лет, сколько Африки вообще в целом. Там Африка с 80-х годов уже выпускается. Легенда Дакара и вот это все. И что? И вот это вот увлечение такое странное для девушки. Ну почему на сегодняшний день за рулем мотоцикла довольно много женщин, девушек, и все больше с каждым годом. Ну, не знаю, спросите, в любой мотошколе подавляющее, наверное, большинство учеников — это именно девушки. Они, конечно, потом не все выходят на дороги страны, они все удивительные, красивые и так далее на дорогах, но они чаще меняются в силу своих там жизненных особенностей, семьи, дети. Слушайте, а вы вот во всем этом соревновании, вы бухгалтер, да? Нет. Ну в смысле, вы не участник же? Нет, я не участник. Там, да, ну, слава богу, да. Помимо... Пиар-директор, давайте назовем так. Да, ну, наверное, близко, да. Хорошо. Там, на самом деле, очень много таких общих вопросов, которые все равно нужно решать. Соревнования проходят целый день, соответственно, наши участники, они с утра выходят на трассу, и там уже нужны какая-то помощь. Нам все время не хватает рук. Мы в этом году уже привлекаем волонтеров, потому что много участников. Участники приезжают там, ну, со всей страны. А у нас руки уже закончились. Новые что-то никак не отрастают. Ну, погодите, вот едет куча мотоциклистов, да, все пытаются по этим координатам проехать. Там кто-то упал, поднялся снова, кто-то сел у дерева и говорит: все, не могу, я сейчас умру, нафиг я вообще... И тут подходите вы с бутылочкой воды, да. Начинается чуть раньше. С таблеткой аспирина. Начинается, изначально у нас лагерь есть. А, лагерь в лесу. Локация, в принципе, для всех загадочная, да, но пока мы не озвучим вечером точки. И, собственно... Место лагеря, оно тоже озвучивается за сутки. Да, за двое суток. То есть люди никогда не знают, куда они приедут, но мы стараемся, чтобы это всегда был берег какого-то водоема, чистое место, где может разместиться достаточно большая толпа. Так это уже почти фестиваль? Ну, слушайте, мы не готовы пока так называться, потому что... Это палаточное будет что-то, да, совсем дикое, оно всегда такое, да? Да, да. Все 4 года. Ну, это, естественно, вызывает как раз вот эти организационные вопросы. Устроить лагерь, обеспечить всем еду, воду. Потом там, почистить этот лагерь после всех, вывести мусор, ну, вот это все. То есть люди, у них уже в гараже уже все, палатка привязана уже, лебедка там, все, там, бутылочка. Ну, да, все как положено. Он только ждет, куда ехать, да? Да. А приезжает, там уже стоит газель, уазик, там что-то такое, да? Музыка, тыц-тыц, мана-мана, вот это все, как положено. Вот, и они собираются, так сказать, ну, как сказать, перед утром начала соревнований, да, у вас, или как? Нет, ну, у нас есть регистрация, она происходит с 9 утра до 10 утра, приезжают участники, тот, кто приехал на день раньше, может зарегистрироваться с вечера, получают стартовые номера, получают координаты точек, и идут, ну, медитировать, готовиться. Я так понимаю, что вы все узнали, скажем, в 2 часа дня. Нет, значит, все поехали. Хорошо, если... К вечеру приехали, смотрят палатки, плов. Если... Так, что ли? Нет, если про тайминг. Смотрите, у нас мероприятие в этом году будет 10 числа. Так. 8 числа вечером все желающие, вы тоже можете приехать, получают из инфоисточников координаты нашего лагеря базового. Понятно. И они могут ехать хоть 8-го приезжать. Хоть сразу. Хоть сразу, да. Могут ехать 9 вечером в пятницу, могут приехать 10 прямо на соревнования с утра. Ну, это необходимость, потому что действительно у некоторых дорога до базового лагеря занимает сутки. Вот, особенно когда к нам едут москвичи, они обычно как происходит? То есть они уже из Москвы выехали, и где-то уже по дороге мы им говорим, куда причаливать. Вот, то же самое у Ростова, у Краснодара, у всех, кто, ну, не Петербург. Так у вас прямо всероссийский? А, слушайте, ну вот в этом году до Ростова и Краснодара. Дотянулись руками. Ага. Москва уже давно. А много народу? Есть у вас какие-то рекорды? Слушайте, уже? Ну, около 40 человек обычно участвуют. То есть, ну, это не скажу, что это там как у малышей, там, эндурных, но, так скажем, что достаточно большое количество народу собирает наше соревнование. Потому что, ну, мы сами с Сашей ездим по соревнованиям, и не могу сказать, что на чьих-то соревнованиях
сильно больше народу, чем у нас в этом классе. В этом классе именно, да. Потому что есть, по-моему, просто вот обычные там эндуро тоже собирают много народу. Да, да, они более массовые, это правда. Ну, потому что мотоцикл более легкий и не такой дорогой, наверное. Дешевле ронять. У вас специфика, ниша такая своя в этом смысле, да? Да. И вы в этом, наверное, самые такие большие на вот с этой стороны Урала. Ну, есть Москва еще, без Москвы никуда, там серьезные ребята в Москве. Это правда. Ну, мы стараемся не, как это сказать, не пасовать. Окей, а в этом базовом лагере, по-другому спрошу, вот с утра все стартовали, да? Да. И у вас так задумано, что к вечеру уже точно уже все будет пройдено, да? То есть сам, да, сам... конечно, нет, там нет задачи взять все. У тебя есть 6 часов времени, так. Есть точки разной стоимости, ты сам волен выбирать, за какими ты хочешь ехать, разные за какими сложности. Ты не хочешь ехать. Ага, ага. Есть точки более сложные, которые, ну, скажем так, люди с... Для спортсменов. Есть точки для спортсменов, есть точки, так скажем, для людей попроще. Да. Ага. Вот, поэтому спортсмены, кто... Это сразу идет сепарация тогда. Вот к тех, кто попроще, ну, они уж точно... Вы знаете, мы настолько давно все, ну, общаемся между собой, да, турундура очень узкий кружок, и никто не обижается на эту сепарацию. Ага. Так, ага. Все приезжают и знают, что вот эти там 5 человек, они целятся... Это вообще сумасшедшие. Это, да, вообще, да, сумасшедшие. Они целятся точно в результат в первые 3 места. А остальные приехали просто, ну, потусоваться, провести с нами хорошо время, там, подкачать свой навык. Ага. Слушайте, а действительно, вот, ну, давайте задам банальный этот вопрос. В чем все-таки смысл вот этих мук? Ну, так хорошо ехать по асфальту. Знаете, мне столько раз этот вопрос задавали. Ну, потому что нет понимания, нет ответа. Слушайте, во-первых, каждый по-своему отвечает. Да нет, хорошо, знаете, а хорошо потом. Вот когда все закончилось, ты такой... Вот я, ну, недавно участвовал в соревнованиях тут на выгоре. И я вам скажу, знаете, самое хорошее, это вот когда потом, когда все закончилось, и ты свой результат смотришь и такой... Ух, только закончилось, так хорошо, да? Не, ну тут надо еще добавить, что у нас точки, да, маршруты, они довольно в живописных местах Ленобласти расположены. То есть люди, которые катаются, они еще смотрят по сторонам, там реки, озера, леса. Получают какое-то эстетическое удовольствие. Опять же, общение, круг довольно узкий, все путешествуют, все, кто-то был там, кто-то был там, и вечером у костра все делятся своими эмоциями, своими маршрутами, там, идеями на следующий год путешествий. Вот если конспирологию подпустить, вот думаешь, вот к образу кого мог бы соответствовать вот такой вид такого спорта, если рисуется, ну, менеджер среднего звена Сбербанка, например, то есть люди, которые преодолевают кредиты какие-нибудь там, которые устанавливают ставки финансовые. Вот эти люди или какие-то управленцы, администрация президента, там нижнего звена, например, любит такое. Ну, чтобы вот совместить вот это, ну, не... Так сказать, очень это такое вот странно совместимое, да. Наш промах, мы такую статистику, конечно, собрали, но абсолютно разные люди есть из разных сфер. Ну, нельзя говорить, что это все люди, предположим, умеющие владеть оружием, нет, имеющие нет. навыки в рукопашном бое. Нет, нет. Там, таких идущ... общих критериев нет. Идущие на медведя без оружия. Да. Я думаю, что 30% у нас, как во всей стране, это айтишники, да? Еще 30%, да, еще 30% это офисное звено, еще 30% какие-то бизнесмены средней руки. Продолжаем разговор. В эфирной студии нашей радиостанции организаторы Heavy Trail 200+ соревнований. Илья Витюгов, Александр Котов, объяснимо, понятно, мужчина и неизвестно откуда взявшийся. Да? Я прошу прощения, да. Организатор. Ксения, замечательная. Ксения, а тем не менее, что входит в ваш обед? Понятно, мужчина, ладно. А вот вы несчастная, что делаете там? Я специалист по всем непонятным вопросам. Ну, например, что? А где регистрироваться, где проходить комиссию, ага. где получать номера, а когда мы будем есть, когда мы не будем есть, когда мы будем купаться, когда мы будем приезжать. Ну, то есть вот вопросов возникает в ходе мероприятия очень много, а ребята заняты своей частью, но, соответственно, я... А вот... они прямо вот действующие тренеры, да? И сами поедете или нет? Нет, сами мы не участвуем, но мы действующие организаторы, поэтому нас... Подстраховываем. Ага. Да, вопрос трека больше волнует, вот именно самой спортивной части, а на Ксюшу получается больше вот... Организация, история, да, все остальное, да, короче, да, говоря. В том числе да? и мерч, в общем, они, еда. Как всегда, уезжают кататься на весь день. А я вот... Приезжаем, хотим кушать. Слушайте, а как у вас проходит вечер после? Ну, все понятно, все, если никто ничего не сломал себе или мотоцикл, все довольны, собрались вокруг костра,
жарят убитого кабана. Да. Ну, кто-то же задавит, правильно? Конечно. Вечер, на самом деле, очень напряженно проходит, потому что ребята приезжают, и они все усталые, замученные, они просто опадают, как озимые, и лежат у меня там вот, штабелями лежат. Они примерно через 15-20-30 минут отходят, и все приходят звенеть тарелками. Ага. Вот. А у ребят начинается, у организаторов начинается самая как бы напряженная и сложная часть подготовки, потому что у нас награждение случается именно в этот же день. Ага. И, соответственно, если у нас участники приезжают, там, во сколько у нас? 6. 6 финиш. Соответственно, ребят должны собрать со всех материалы, обсчитать всех, проверить, там, не нарушены ли правила при фотофиксации, все ли действительно проехали то, что они заявляют, подвести итоги, ну и сделать вот эту вот свою красивую историю с тумбочками, загнать всех на свои места, полить всех шампанским и так далее. Ну и, соответственно, пока идет подсчет, ну это, наверное, часа 3. Ну, часа 2. Ну, обычно часов 8, с 8 до 9 награждения. И потом уже, честно говоря, вот таких... Я подозреваю, в чем смысл вопроса. Потом гульбища нету. Уже здоровья не хватает на гульбище. Вот. А вы разрешаете им, да, разъехаться в этот же день? Не, пожалуйста, нет проблем. Сейчас так и понимают. Нет, ну, награждение. Если все понимают, что они не доехали до тумбочки, то кто-то хочет едет домой, кто-то залезает в воду и там сидит в каком-нибудь водоем на пляж. Вот это все. Но никто никого не держит. А насколько выматывает такая гонка? Сильно выматывает. Очень сильно, да. Расскажите, с чем может сравниться? Да, слушайте, ну вот представьте, что... Я выношу ведро мусорное, например, с пятого смотрите, этажа, вот 10 раз. Шесть часов подряд. Шесть часов подряд весь день. Только мусорное ведро с камнями. Как-нибудь люди готовятся к этому делу? Сбрасывают вес или, наоборот, кушают больше? Блинчики на мотоцикл навешивают. Тренируют. Те, кто спортсмены, да, кто метят на тумбу, они обычно тренируются круглый год, да. То есть даже зимой, как бы, они занимаются на легких. И их не победите, и они умчались. У нас постоянно дилемма, на кого ставить, в плане, кто будет на вершине тумбочки. Обычно это интрига. А у вас одна тумбочка? Первая, вторая, третья спортсменов. Нет, а вторая общая. Конкурс зрительских симпатий. Самая красивая мотоциклистка. Думаем на эту тему в этом году. Не, ну номинация, ну как-то, если люди, они даже и не, то есть заранее, как я понимаю, они не могут стать, ну, никакое место занять, если они выбирают более легкий маршрут, правильно? Знаете, у нас в один год получился такой самородочный год, когда Гриша с Колей взяли и приехали. То есть никто не ожидал такого. То есть поэтому думать о том, что... И, кстати, вот в этом году на той же Игоре приехал человек, которого до этого никто не знал в нашем мире. Он приехал и сразу же въехал на тумбу на третье место. Причем он ехал, ну, просто вот как демон. Никитос, мы очень ждем тебя. Да, Никитос, мы тебя ждем. А как ездят демоны? Очень быстро. Очень быстро, да. Как Никитос, да. Невозможно было снимать телефон, мне не успевал рукой проводить. Вот, поэтому бывает такое, что ты не ждешь, раз и тебе на голову там. А можно мы тоже? Пожалуйста, опаньки. И по поводу расширения, да, как номинации на награждение, довольно скользкая дорога, многие по ней уходят и в итоге приходят никуда. Делают там 5 номинаций, да, в каждой по 3 места, а всего там участников 15, чтобы все уехали с медальками. И, как бы, все-таки соревнования больше часть спортивные, и так делать. Мы проводили опрос, спрашивали вот спортсменов, которым это действительно важно. Хотите променять это на что-то более, ну, так называемое, фестивальное? Они сказали: нет, нам нужен спорт. То есть мы не хотим участвовать там в квестах, вот там в каких-то вот этих вот прогулках по лесу. Это тоже, да, немножко хотим... квест получается, ведь надо же координаты какие-то найти. Да. Это навигация. Ну там надо разбираться в навигации хорошо, и надо уметь откручивать ручку газа. Угу. Не стесняясь. Из двух составляющих, да, получается. Ну, слушайте, немножко все-таки думать головой, давайте уж по-честному. Да. Очень много думать головой. Да. Мотоциклы можно испортить? Ну, наверняка можно. Да, конечно. Даже что-нибудь легко поломать там. Да, можно. То есть риск этот всегда присутствует. Даже, да, можно поломать ногу. Или руку. Вы не выпускаете, так сказать, на трассу людей, которые вот что-то не выполнили обязательное? Ну, там не одел шлем, например. Конечно, да, есть за это штрафные баллы, за неодетый шлем есть обязательно штрафные баллы. И вообще у тебя мотоцикл должен быть гражданского назначения, с государственными регистрационными знаками, не текущий, не сопливящийся, с глушителем, и все, и ты должен быть в каске и в сапогах. Ну и страховка. И страховка, да, кстати. У нас не выезжают на трассу люди, не застрахованные по ДМС. Не ДМС, а несчастный случай. Ну, неважно, все поняли, да. Все спортсмены поняли. А это у вас, это следит милая дама у вас. Да, Ксюша принимает. Ой, а что еще нужно, чтобы принять участие обязательное? Какой-нибудь расписка, что я есть заявка завещаю мне, свой мотоцикл? Да, мне. Вот, заявка участника подается, она присылается на почту, обратно присылается гайд, как зарегистрироваться, и после этого участник регистрируется, все, мы ждем его на старте. Очень важно к заявке еще иметь друга.
Потому что соревнования командные, два человека обязательно. Это вопрос безопасности, потому что один человек в лесу — это очень печально может быть. Погодите, я прослушал, отвлекся. Два человека едут? Команда — два человека. Команда — два человека. То есть, если у нас 40 человек вышло на старт, значит, у нас на старт вышло 20 команд. 20 мотоциклов. 20 команд. 40 мотоциклов, 20 команд. Каждый на своем. Ничего не понял, подождите. Человек едет один. Смотрите, мы с Сашей команда. Человека два едут. Мы команда. Два мотоцикла. Так, так. Все, вот мы команда. У нас на старт может выйти только пара. Да, да, да. Я думаю, что мотоцикла — два человека. Помимо эндуры ты еще везешь еще... Не-не-не. Человека. Но это было бы интересно. Мы подумаем. Днем можно устроить. Ради Хох поднимается периодически этот вопрос, но кажется, класс не состоится. Ну да, если еще запрет слезать с мотоцикла, да, и ты вот... То есть второй только сидит. Только мы его обломбируем. Ну, и слушайте, а который год уже это все? В этом году будет пятый. Ну, пятый нет, четвертый официальный, который мы вот с... Именно с этим названием. С этим названием, со всеми... 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, до 4-й, 5-й. Ну, Саш, мы в 20-м году проводили в узком кругу, там называлось это ТД-эмпатия, и мы там просто, ну, веселились, да и все, по лесу гоняли. Да, такое официальное открытие, оно вот в 21-м году произошло, и... Вот следующий год юбилей вот практически. Это, следующий год юбилей. Но вообще он и так в этом году юбилей. Да? Ну ладно. Неофициальный. Неофициальный, да. Слушайте, московские ребята вот сейчас нас слушают. Большая группа, Мото Москва называется. Да, наши друзья, да. Там наверняка много слушателей. Да, что бы вы им сказали бы в Москву туда? А что? Костя Борода, мы тебя ждем, как обычно. Да, давай, дорогой. В этом году не получится у него. Костя, прекращай с этим Памиром, давай сюда идти. Вот нет, у нас вот, ну, кто постоянно публикуется в Мото Москве, Костя, он у нас постоянный такой персонаж. Ясно. Какие-то другие города, другие регионы, может быть, какие-то мотоклубы, какие-то сообщества. Человек приезжает, я представляю администрацию Собянина. Нет. Да, и еду с гербом, например, мэрии Москвы. Такого пока не было. Да, слава богу, не случалось. Вот, поэтому. Нет, ну... Какая-нибудь экзотика, может, какие-то далекие. Нет, слушайте, никакой экзотики. Это, ну, я говорю, что это все-таки... экзотику. Давайте вот прошлый год. Да, Ксения, давай, прошлый год или позапрошлый, когда у нас была женская команда? А, была женская команда, да. Не экзотика, но женская команда выступала. Ну, это экзотика в вашем смысле. То есть вот там уже жесткая эндура, да? Максимально жесткая, беспощадная. И мы даже пошли, так сказать, против себя, мы открыли отдельную категорию. Но команда состоялась только один раз. Естественно, они заняли свою тумбу. Вот, но больше что-то не идут. Не идут, не хотят девчонки к нам. Слушайте, а кто-то может приехать просто, так сказать, команда поддержки, там семья, на вообще, машине? Вообще, мы только там, завсегда. Это... Всех прям зовем, приглашайте детей, мам, пап, бабушек, собак. Там... У нас в прошлом году какой-то очень семейный был выезд, там кто-то с тещей приехал. Да-да-да. Они приезжают, очень много людей, да. То есть, да, детей. То есть можно говорить, что это поход, такой вот совместный поход единомышленников с палатками. Мы прям этого и добиваемся, что помимо того, что, ну, ты же не втянешь новых участников, пока ты им не покажешь, что пока это... Пока ты их вот... не вырастешь из детей. Какой хитрый человек. Вот, поэтому, конечно, надо привлекать вот родственников, знакомых, и они смотрят, что это классно, это круто, и начинают тоже входить вот в эту вот тусовку. И мы каждый год видим какой-то, пускай небольшой, но маленький прирост адептов. Вот так, постоянных адептов. Такого развлечения. А можно тем, кто приезжает, ну, папа приказал, и нельзя отказать, потому что папа строгий, и вот этим людям какой-то тоже дать какой-то намек на приятное времяпровождение, что, сыночек, там можно рыбку половить, да, сходить, грибок найти, да, там какую-нибудь ягоду. У нас в прошлом году были прям вот черные руки от черники, у нас вот поллагеря, кто оставался не на соревнованиях, они прям вот как разбрелись, и просто вот тоже все такие сине-черные приходили. Вот, там всегда есть какая-то водная локация, там притаскивали сапы, волейбольные мячи, и всякие вот такие вот все развлечения всегда были, но вот такие береговые что-то в прошлом году не очень пользовались популярностью, видимо, черника все-таки была вкуснее. Победила. Да. А у вас локация, вы говорите, всегда рядом с водой? Да. Это на случай там, это на случай, если да, что-то, чтобы остыть после гонки, Слушайте, а есть все-таки регламент? Что-то должно быть с мотоциклом? Конечно, ну, есть, правила выполнены. Есть полный регламент, он есть у нас во всех наших информационных например, каналах. Например, скажем, не больше 5 литров бензина, ну, для... Чтобы потом часть маршрута толкать его. Ну, я не знаю, к примеру. Да нет, есть регламент, четко прописанные правила участия. Пожалуйста, никакого секрета в этом нет, он есть на всех наших ресурсах. Пожалуйста, ознакомьтесь и... Слушайте, ну мотоциклы ведь разные мощности, разные проходимости или нет?
Получается, ну, формат примерно одинаковый. У кого более крутая Африка навороченная, тот все равно всех победит, просто в силу техники. Или так нельзя говорить? Чаще выигрывает навигация, а не мощность мотоцикла. Если ты едешь быстро, но не в ту сторону, ты не выиграешь. А такое бывает? Бывает. Регулярно. Еще бывает заправляться. Регулярно вот эти ребята ставят такие точки заманушки, когда ты вроде видишь, вот она близко, рядом, но до нее вот прям нужно умереть, чтобы дойти. А доехать на мотоцикле, причем вдвоем, еще там сфотографироваться, ну, в общем, затащить. Ну, у ребят есть такая заманушка, что ты всегда можешь заехать с обратной стороны, это будет, ну, как-то изи такой, изи-катка. Чаще всего, не смотри вперед, ищи входной путь. Но ты, конечно, на этом, вероятно, потеряешь время, ну, хотя вот опять в болоте ты можешь потерять его значительно больше. Да, у нас в прошлом году же, да, Миленин с Рыбакиным исполняли, то есть они нашли мост, который никто не смог найти, и они полтора часа протаскивали через него мотоцикл. Причем вот, потому что они уронили его с него. Ну, Саша, они могли вот так вот, чтобы было понятно, вот так вот напрямки этот мостик, он там 100 метров, а вот так вот полтора километра, но они эти 100 метров толкали 2 часа. И уронили. И уронили. Да. Но там пешеходный мостик, там не мост, как бы. Бревнышко. Давайте еще раз. Сколько весит мотоцикл? 250 где-то. Ну, что, он упал-то с чего? Это как два человека по мосту прошли вместе. Нет, ну он упал на бок, пока они там выковыривали из болота. Его там это все. Ее не проехать, его приходится проходить пешком. А если это два бревнышка рядышком, ну тут, соответственно, ты там сам поскользнулся или чуть-чуть больше там подкрутил, все. Как сказать, надо думать. Постоянно надо думать, что тебя пытаются, организаторы пытаются поставить тебе такую задачу, которая легко выполнимо, но не сразу. То есть, но есть смекалка, да. Да, ну, нужна смекалка. Слушайте, а вот вы говорите, надо проехать по точкам. А что из себя представляет точка? Опишите. Это дерево, камень. Это может быть все что угодно. Это может быть даже прибитая табличка к чему угодно. То есть на точке, ну, например, предположим, что это лежит камень, на камне краской цвета в зависимости от балла. То есть у нас есть желтые точки, красные точки и синие точки. Желтая точка 2 балла, красная точка 5 баллов, синяя точка 10 баллов. У вас есть точные GPS-координаты, но они где-то бьются в районе там, 2-3 метров. Ты это дело находишь, подъезжаешь, ставишь около точки мотоцикл, чтобы было видно номер точки. Делаешь фотографию себя мотоцикла. Номер мотоцикла. Номер мотоцикла, точки. Тем самым фиксируешь, и, собственно, вот фиксация точки происходит. Рисуем эту точку можем на камне, на дереве, либо на чем-то, что... На недвижимости. На недвижимости какой-то, которую никто не утащит. Ага. Слушайте, а нельзя разве проверять как-то через GPS, как-то сделать, какой-то софт написать? Можно это сделать, но тогда... Чтобы система сама фиксировала. У них тогда будет... Погрешность большая. Во-первых, даже не погрешность большая, и навигация дает погрешность. Второй момент, что они с этим датчиком могут бегать, ходить, еще что-то. Ну и плюс, конечно, погрешность. То есть есть правило, ты должен сфотографироваться. Вот это, Сашки, вот это номер точки. Вот этот гонщик, вот этот мотоцикл, я должен вот так сделать. Чтобы было понятно расстояние, что он прям к ней подъехал. То есть у GPS погрешность там, допустим, 10 метров. Да. А точка может быть, условно говоря, на вершине какой-то горки. Ну, еще раз повторюсь, а если ты подъехал, достал, ну, когда тебя уже никто не видит, достал ноутбук, у тебя там стоит Photoshop уже. Это очень сложный номер у нас. И Джеймса Бонда мы не звали. И так 45 точек фотошопить. Через неделю примем, да? Ну, да, слушайте, ну чем дальше, тем интереснее. Давайте мы еще небольшой музыкальный фарабин послушаем. Я напомню, что в гостях у нас присутствуют организаторы Heavy Trail 200+. Это такое эндуро-соревнование, где не совсем нормальные люди, мне кажется, в хорошем смысле, да, занимаются истязательством. Мы продолжаем эфир. В эфирной студии, я напомню, организаторы тур-эндуро-соревнования Heavy Trail 200+, а именно Ксения Семенова и Илья Витюгов и Александр Котов, друзья мои. Слушайте, а есть у этого какая-то миссия? Так, ну, сейчас вот модно же говорить о философии, о миссии, мессианстве. Что-нибудь такое вы воспитываете в людях? Или люди, проехав у вас, например, наоборот, отпугивают всех детей, родных, говорят, никогда больше не сай, это ужасно. И люди меньше попадают в ДТП, потому что вообще не ездят. Я не знаю. Это, да. Какое-нибудь просветительское что-то, что-то такое... Просветление, может быть. Но началось, можно начать с истории. Пожалуйста, начинайте. Мы в 19 году все вместе участвовали на совсем тогда еще других мотоциклах. Участвовали в соревновании Перепут Трофи. Это изначально базовое эндурное соревнование, то есть для легких для мотоциклов маленьких. Но так как Ксения знала организаторов, она попросила сделать зачет для нас. И мы там на своих ТДМах, Илюха на Тигре был, по-моему, да, мы нормально пострадали, потому что организаторы не понимают формат тур-эндуро, они делают точки, как, условно говоря, для эндуриков.
Мотоцикл все-таки имеет свою, да, специфику. То есть, погодите, значит, то, что делают они для простых эндуро, это нормально, а для вас там это не заехать, не или подходит, наоборот? Не подходит, да, не подходит. То есть вообще другое, ширина совсем колеи, колесо широкое? Да, да. Можно так сказать, ширина колеи вес мотоцикла решают. Наклон вот этот мотоцикл, когда под коленочку поворачиваешь, он тоже сильно отличается, поэтому не подходит никак. А следующий год был ковидный, те соревнования закрылись, а мы их очень ждали. И мы решили с Илюхой, ну, сделать для своей тусовки какой-то такой аналог, ну, для турэндуро. Сделали раз-два, слух понесся, приехали не только знакомые, а там знакомые знакомых. И вот потом начала Москва к нам постоянно стабильно ездить. Ну и вот уже перешел в такое прям организованное соревнование. Это все потому, что мы хотели сделать, чтобы было интересно для турэндуро. Этот вот, как сказать, ну, я даже не знаю, как это правильно сказать, это, ну, настолько энтузиазм, потому что мы делаем для 40 человек соревнования, да, и, например, там малышей собрать проще, их ездит 300 человек, у них всегда вот фонтан эмоций, там тусе-мусе, а тебе, чтобы 40 человек собрать, ты должен... всем ребятам вообще во все места отстучаться, отзвониться, рассказать, что приезжайте, очень ждем. Вот. А можно говорить, что у вас публика такая постарше, такая помудрее? Да, 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 да. Это вот это стопроцентное замечание. У нас публика, я не знаю, у нас, наверное, меньше 25-28 лет, я не помню у нас персонажей. Участников нету, да? А в простых эндуро там вообще... Они там дети, да, мопед за 100 тысяч купили и пошли его долбать. Ага. Вот. А основная масса, мне почему-то кажется, мы не... можем, кстати, провести статистику, но в этом году. Я ставлю, что от 35 лет у нас основная масса. 35-40. Угу. Ну, посмотрите на нас, собственно. Ну, да. Красивые мужчины, красивые женщины. Слушайте, ну, тем не менее, ведь никто, так сказать, не умаляет наличие недостатков у этой возрастной группы, правильно? Это тоже могут быть люди, не знаю, там, любящие выпить, хотя, наверное, это вообще не относится к вам, да? Да почему? Ну, все же живые люди. Подожди, ты выясни, это предложение или нет? Нет, ну, все живые люди, все нормальные, ну, нет трезвенников и язвенников, есть, наверное, но это не мы. Слушайте, вот вы говорите, что соревнования вот эти вот, они, ну, такие уникальные довольно-таки для нашей страны и для, ну, для нашей части территории, да? А где-нибудь в мире вообще это практикуется так же? В каких-то лесных странах, в Канаде, в какой-нибудь там? Да, какой-то? Есть очень известное соревнование, BMW GS Trophy называется. Да. Оно международное, оно проводится этапы сначала по стране, по городам, и в итоге там в районе там, 1000 человек отправляют BMW за свой счет куда-нибудь там в Исландию, последний раз, помню, в Австралии был. Новую Зеландию, да. И выдают им 7000 человек где? Новые гуси. Ага. И они на них катаются вот так по лесу, их долбят об камни, и BMW это все спонсирует. Ну, вообще очень круто. Слушайте, а ваше соревнование, оно чисто летнее, сезонное? Да. Один раз в год. Зимой не пробовали еще? Нет. На самом деле очень... У вас Ксения такая активная, она все организует. Нет. Очень большой подготовительный этап у нас проходит, срок очень такой растянутый, учитывая, что у нас всего трое. У нас, наверное, и все работают. И все работают, да, к сожалению. Пока нет такой возможности не работать. Мы начинаем готовиться примерно с января, а в августе у нас соревнования. То есть, сами понимаете, какой. И хотелось бы еще отдыхать, своими какими-то делами заниматься, а не только по лесу кататься. Слушайте, а вот прозвучало, что вы с Ладогой Трофи тоже, да, проехали или там побывали, да? В этом году как она была для мотоциклистов? Ну, слушайте, ну вот... Для тяжелых мотоциклистов. Для тяжелых мотоциклов было тяжело. Это было впервые, нет, не впервые, кто-то ездил, пробовал ездить, но такого прям откровенного зачета под гран-туризм не было. В этом году они сделали, наши знакомые поехали, москвичи, у нас есть такой Георгий Борзунов, тоже один из лидеров всех турэндуро гонок. Он гоношил, значит, Ладогу Трофи, гоношил нас, собрал там банду человек 15. Мы из Питера не могли поехать на всю неделю. Москвичи смогли на неделю, но они все-таки москвичи. Мы смогли только на выходные. То есть я участвовал в Ладоге 2-0, да. Уничижительного вот. Сейчас как-то так про москвичи. Зависть. Зависть просто, да, это легкая. Гоша, легкая зависть, прости. Вот. Они прям классно проехали, им очень понравилось. Первые 2-3 дня они, конечно, настрадались. Мы прям смотрели это видео, и я прям даже за них плакать хотел. А вот эти два дня... Они приехали, не знали, куда ехать, да? Да, то есть, ну, и я скажу не то, что там в пику оргам, конечно,
Орги, которые делали Ладогу для больших эндуро, они немножко ошиблись, так же, как ошиблись на переплут трофи. То есть не совсем понимаю специфику этой истории. То есть в этом году они сделали так. Я думаю, что на следующий год уже все пройдет как по маслу. Да, Андрей все понял. Мы там, прям проговаривали очень контактные организаторы у Ладоги трофи. Прям приятно было. Вот, ну и вообще само мероприятие очень приятное. Вот мы там были с пятницы, я участвовал пятницу, субботу, и в воскресенье мы уехали. Прям очень хорошо, мне понравилось. И в пятницу был хорошая гонка была, там, по-моему, 5 часов мы катались. И в субботу сад камней, мама дорогая, там. 3 километра круг, мы ехали 1.5 часа. Слушайте, у вас написано в регламенте этого года: пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских связей. Вот. То есть, я так понимаю, выезжают из леса изможденные два мужика, все в комарах, все в этих ветках, да. Слепнях, да. И останавливаются, и друг другу руки протягивают: давай дружить. Так примерно. Примерно так, но то жмут друг другу руки, говорят, через что мы проехали, мы команда. На самом деле, вот такие командные заезды потом очень сплачивают людей. Иногда напарниками в такой гонке становятся, случайно, не два друга, как мы там с Саней знакомы 5 лет, а они вот с кем ехать, с кем ехать. Хочу поехать, дайте напарника. Да, и вот так они вот говорят, да, и находятся люди, которые, грубо говоря, там, вот неделю назад увиделись, проехали гонку, и после этого у них там, уже дружба навек понеслась. И произошло слияние Сургутнефтегаз. Да. Все слилось. Газпром, да. На самом деле мы еще периодически организуем выезды скаточные, скажем так, то есть тренировки. В этом году мы раньше же организовывали самостоятельно, в этом году привлекаем профессионалов, да, мотошколы, мототуры. Мероприятие для участников, для наших бесплатное. Собственно, с выездом какой-то опять, в локацию лесную именно, для того, чтобы люди встретились друг с другом. Схожий какой-то, схожего формата, схожий... Да. Схожего рельефа, да. Рельефа, там покрытия, чтобы они поехали, посмотрели друг на друга и, может быть, нашли как раз такую вот свою половинку, свою пару и готовились уже к соревнованию. Потому по что действительно. По тонкому льду ходите, как-то два мужика находят свою. Ну как, это команда. Это команда на соревнованиях, точнее. И причем, кстати, скажу, что вот после этого последней тренировки с проектом 18, кстати, нашлась вот пара еще одна. Отлично. Комплект у команды. Вас написано: если участник стал свидетелем происшествия, угрожающего жизни, здоровью других, он обязан остановиться, оказать первую помощь и так далее. Вот это прокомментируйте. Как у вас безопасность в этом смысле организована? Там, по-моему, так написано, что уже по-другому-то и не воспринять. На практике срочно по рации сообщить, позвонить. Из последнего была травма в прошлом году. Человек, правда, с травмой доехал и даже очень хорошо выступил, Леша Иванов. Да, сломал ногу. Сломал ногу, доехал гонку, но мы, конечно, все бросили, побежали за носилками, за джипом в лес, вот это все, как бы, но потом Леша встряхнулся, взял волю в кулак и себя тоже и уехал дальше на трассу. Вот, и доехал со сломанной ногой. Слушайте, а это все вот, в принципе, в какой-то более-менее шаговой доступности? Вот если что, то есть это какие-то вот круги вы нарезаете? Нет, это локация. То есть пешком не добежать, если нет, что? Нет, не добежать, но мы же с Сашей практически всегда находимся на трассе. То есть мы на своих мотоциклах подстраховываем, поддерживаем. Плюс у нас есть какие-то маршалы, плюс у нас стоит техничка, либо две стоят в лагере, которые быстро готовы реагировать. Стараемся обезопасить участников по максимуму. Нужно понимать, что это, конечно, спортивное мероприятие, все борются за результат, но когда люди находятся не на огороженном треке, а в лесных каких-то таких условиях, такого, чтобы кто-то просто проходил мимо, это, скорее всего, невозможно. У нас все-таки довольно тесная дружная компания, и этот дух, он как бы витает над всеми. То есть, вот если что-то происходит, они просто, даже если ничего не происходит, но кому-то сложно заехать, они помогают. Соперники помогают друг другу. Часто бывает. Это, конечно, какая-то может быть... связь там осуществляется, все с рациями, да. Все с телефонами. Команда в любом случае, скорее всего, на связи между собой. То есть два человека, гарнитуры, все. Но если у них какая-то там, не знаю, паника, проблема, у нас был человек, утопил мотоцикл, прям серьезно. То есть он въехал туда, куда въезжать было не надо, и там прям вот по уши. Звонит, говорит: все, Илья, тут, все, конец. Высылай бригаду. Выслали бригаду, выдрали мопед, высушили мопед, притащили на базу. Вот, поэтому нет, всегда кто-то есть на связи, есть аварийный номер, куда звонить в случае чего.
Ясно. Друзья мои, ну, слушайте, время наше потихонечку заканчивается. Давайте мы какой-нибудь такой итог подведем. Напомним еще раз. Событие пройдет совсем скоро. Ну, практически через месяц. 10 августа. 10 августа. Угу. Можно за это время еще успеть записаться, испытать себя. Поменять там, резину. Да. Сказать дома жене и теще, что я очень занят, я уезжаю на... Те выходные. Да-да-да. Конференцию. На конференцию. То есть процесс идет или вы уже набрали всех уже? Не-не-не, процесс бесконечен как атом. Он будет идти вплоть до стартового флажка. Соответственно, да, бывают такие люди, которые приезжают, вот чисто случайные пассажиры. То есть, вот я был в том году, был, да. Подожди, как же звали ты его? Зато на заправке познакомился с участниками, вот поехал в лагерь. Вот просто все куда-то едут, да. А я тоже, пожалуй, поеду. Вдруг там что-то интересное. Да ладно. Я не ошибся. Что-то у вас как-то несерьезные знакомства. Друзья мои, ну что, тогда спасибо вам большое, что вы организовываете такое удивительное событие. И удачи, успехов, рекордов. Чтобы все здоровые были, красивые. И никакого алкоголя и курения. Конечно. Это мы все не любим, да. Спасибо. Все, спасибо. Я напомню друзьям нашим, что у нас в гостях были организаторы Heavy Trail 200+. 200+, это 200 килограмм и выше, да? То есть можно положить кирпич в кофр, если что, если не хватит. Ксения Семенова, Илья Витюгов, Александр Котов. Спасибо вам и до новых встреч. Спасибо, друзья. Счастливо. До свидания. Моторадио представляет